Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о приемке металлоконструкции в Австрийской Республике, о продолжении строительства экотехнопарка SkyWay и новых производственных площадей в Республике Беларусь, а также о прогрессе в создании инновационного центра струнного транспорта Юницкого в Объединенных Арабских Эмиратах. А теперь обо всем этом подробнее. Специалисты управления транспортных эстакад, оснастки и испытательного оборудования закрытого акционерного общества «Струнные технологии» побывали в служебной командировке у австрийского подрядчика, который в настоящий момент производит работы по изготовлению и отладке геометрии металлоконструкций для сооружаемой шестой путевой структуры в экотехнопарке SkyWay, что в городе Мариногорка. На территории предприятия-поставщика нашими сотрудниками была проведена приемка готовой продукции. По мере завершения данного этапа строительства уже второй струнно-ферменной линии SkyWay начнутся работы по монтажу путевой структуры на уже установленные анкерные и промежуточные опоры. Тем временем на первой анкерной была осуществлена заливка уже второй стены. Параллельно с этим на первой километровой линии стартовали работы по ее модернизации, требуемые для перехода на следующий этап ее испытаний с новым типом подвижного состава. Пока рано говорить о подробностях, но надеемся, что ко времени Экофеста 2019 уже сможем их сообщить и, возможно, даже продемонстрировать. В новом производственном помещении закрытого акционерного общества «Струнные технологии» возле опытно-экспериментального участка в свободной экономической зоне Минск закончена черновая и начата чистовая отделка административно-бытового корпуса. Продолжаются работы по монтажу вентилируемых фасадов и благоустройству прилегающей территории. На уходящей неделе, например, производилась укладка тротуарной плитки. Что касается третьего производственного участка, расположенного неподалеку от двух первых, то там в полном разгаре монтаж инженерных сетей, канализации и водопровода. Продолжается строительство инновационного центра струнного транспорта Юницкого, который, напомню, должен стать частью инфраструктуры научно-исследовательского технологического парка «Шарджи», в состав которого он входит. На уходящей неделе велись работы по благоустройству территории, было завершено проектирование второго тестового участка жесткой струнно-ферменной эстакады, выполнялась вертикальная планировка рельефа и производились подготовительные работы по сооружению подъездных путей к строящимся объектам, точнее отсыпка с послойным уплотнением основания автодороги. На строительстве экодома, инновационного жилого модуля, воплощающего ряд оригинальных природоохранных технологий, который, помимо демонстрации новой концепции организации жилого пространства, будет использоваться в качестве штаба проекта в Шардже, приема делегаций и тому подобное, в последние дни проводились внутренние подготовительные работы по устройству электрокабеля. На сооружении контрольно-пропускного пункта строители приступили к устройству наружных стен из блоков. На первой анкерной опоре, сооружаемой первой линии, являющейся гибкой рельсо-струнной эстакадой, выполнялись работы по устройству опалубки и бетонированию стен. На второй анкерной был осуществлен монтаж опалубки для бетонирования стен, выполнены работы по прокладке внутренних сетей водопровода. На третьей, промежуточной опоре линии, осуществлялся монтаж, а на четвертой уже натяжение вант. Таков наш уже становящийся традиционным краткий отчет о прогрессе в развитии технологии SkyWay за прошедшую неделю. Друзья, хочется поблагодарить вас за оставленные отзывы после пилотного выпуска, ибо совместные усилия, надеюсь, помогут делать этот новый для нас формат все более интересным. Надеюсь, вы заметили, что мы уже учли некоторые замечания, те, с которыми согласны. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, ведь только вместе мы — сила. Строй SkyWay, спасай планету.